Монета 5 рублей 1998 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор и Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал. Крупная цифра 5, чуть смещенная влево от центра. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Рублей». Слева внизу и справа растительный орнамент. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть отношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен знак Банка России, двуглавый орел с опущенными крыльями. Знак Банка России был утвержден для чеканки на монетах до 30 ноября 1993 года, когда был утвержден герб Российской Федерации. Знак Банка России чеканился на монетах до 2016 года. Под геральдической левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены стилизованные буквы СПМД. Знак Санкт-Петербургского монетного двора. Или ММД. Знак Московского монетного двора. Под орлом одной горизонтальной строкой прописан номинал и название денежной единицы. Надпись 5 рублей. Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных линий с точкой посередине указан год чеканки, дата 1998. Над орлом полукругом вдоль канта надпись «Банк России», обозначение эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты прерывисто-рубчатый. 60 рифлений, разделенные на 12 равных участков, чередующиеся с 12 гладкими участками. Изготовлена монета из меди, блокированная мельхиором. Вот это хорошо видно по гурту, на котором просматривается медная основа. Магнитными свойствами монета не обладает, то есть не липнет к магниту. Вес монеты 6,45 грамма. Диаметр 25 миллиметров. Толщина 1,8 миллиметра. Чеканили монету на Санкт-Петербургском и на Московском монетных дворах. Тираж неизвестен. Средняя цена монет 15 рублей. Как Санкт-Петербургского, так и Московского монетных дворов. Однако монеты и Санкт-Петербургского, и Московского монетных дворов имеют разновидности, которые стоят дороже. Начнем с Санкт-Петербургского монетного двора. Различия в разновидностях определяются вот по этим элементам орнамента. Перед вами два сравнительных рисунка. Слева редкий вариант, справа прочие разновидности. У редкой пятирублевки элементы растительного орнамента значительно отличаются. Точка среднего размера, вот обратите внимание на элементы, обведенные красным. Точка среднего размера направлена вниз. Верхний лист укорочен и не касается канта. Лист справа иной формы с выраженным волнообразным рисунком. Вот. Монеты с такими признаками стоят до 9000 рублей. Вот как на левом рисунке. Санкт-Петербургский монетный двор. Монеты Московского монетного двора также имеют разновидности. Различаются по расположению литеры Московского монетного двора под лапой орла. Слева рядовая монета, справа нечастая монета, знак которой приспущен. Вот видно в сравнении. Вариант, который на правом рисунке, стоит до 300 рублей. Вот такие монетные браки засор штемпеля, раскол штемпеля стоит до 1000 рублей.
Ну и, наконец, самый редкий вариант, оцененный в 500 тысяч рублей. Монета 5 рублей 1998 года Санкт-Петербургского монетного двора. Изготовленная из алюминия. Это пробный образец. Найти в обороте такой образец нереально. Напоминаю, 500 тысяч рублей оценен.